Добрый день! Вас приветствует любимая компания «Электромотор». Предлагаем вашему вниманию циркуляционные насосы от торговой марки DAP серии BPH. Давайте более подробнее рассмотрим одну из моделей. Компания «Электромотор». Представляем вашему вниманию насос циркуляционный торговой марки DAP BPH-180-340-65T. Это циркуляционный насос, который применяется в системах отопления и воздушного кондиционирования. Монтажная длина у него идет 340 мм, это заложено в маркировке. Также заложена цифра 65, которая говорит о том, что патрубок DN65. Патрубки идут у нас в фланцевые подключения, стандартный DN65 с 4 отверстиями. Буковка Т в конце говорит, что двигатель данного насоса у нас 380 трехфазный. Он идет трехскоростной. Характеристики прописаны у нас на передней части электродвигателя. Также эта моделька выдерживает до 10 атмосфер. Производство Италия, гарантия 1 год. Обращаю ваше внимание, на всех насосах DAP пробита серийный номер на самом чугунном корпусе, на улитке. Да? И также есть стрелочка, указывает, в каком направлении он должен быть установлен, этот насос. Такие насосы используются в системах циркулирования, водоснабжения, охлаждения, кондиционирования и прочее. Там, где нужно закрыть цикл и произвести циркуляцию. Это у нас подключение к питанию. Здесь специальное отверстие для подключения провода. На передней панельке мы видим на электродвигателе есть у нас шкала по рабочим зонам, так как данный насос является трехскоростным, то есть мы видим, какое потребление электроэнергии, на каких оборотах, на какой скорости он работает. Здесь у нас специальный спускной клапан давления на передней части, да, и маркировка здесь прописана, значит, какая модель с его характеристиками. Прописана также торговая марка DAP, это производство Италия, это все оригинальная наша компания, только продает оригинальные насосы, да. Гарантия 1 год. Фланцы идут у нас стандартные, подключение идет на 4 отверстия, на 4 болта. Возможно подключение абсолютно разных фланцев и переходных, значит, гаек, такие же гайки и фланцы у нас также есть в продаже, вы можете это заказывать, только нужно знать четко диаметр фланца. Здесь у нас мы видим DN65, он идет со стандартными размерами. Все насосы DAP собираются на заводе в Италии. Приходят они в таких картонных коробках. В комплектацию циркуляционного насоса входят специальные прокладки резиновые на фланце и, соответственно, книжечка по эксплуатации, паспорт и гарантийный талон. Действительно, итальянское производство. Мы были лично на заводе, видели сам процесс сборки и изготовления. Можем сказать, что это качественное оборудование. Рекомендуем покупать насосы циркуляционной торговой марки DAP. По вопросам покупки насоса циркуляционных торговой марки DAP серии BPH обращайтесь в компанию «Электромотор» по телефону 044-530-38. Контактный телефон 530-38. А самое главное, хочу отметить ваше внимание, почему нужно купить именно в нашей компании насосы DAP, потому что наша компания дает цены самые низкие на территории Украины. Поверьте, ниже цену вы не найдете, а если найдете, звоните нашим менеджерам, мы сделаем еще ниже. Уступим. Уступим. Мы торгуемся, мы вас очень любим, поэтому звоните в любимую компанию «Электромотор». По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».